Правило часов. Это мнемоническое правило, согласно которому первая и вторая страта соединены аналогично тому, как мы смотрим на часы. Большинство из нас носят часы на левой руке. Для того, чтобы посмотреть на наручные часы, мы отодвигаем рукав правой рукой на левой руке и смотрим на часы. Аналогично этому соединены между собой первая и вторая страта. Страта крепится первая к проксимальному кольцу, и ее резьбовой стержень приходит в кардан слева снизу. Соответственно, корпус второй страты отходит от первой, находясь спереди от него, и идет вторая страта направлением второй страты сверху слева, вниз вправо. Вы можете устанавливать первую и вторую страту на кольце, как уже говорилось, в любое выбранное отверстие, как вам удобно. Однако вы должны соблюдать правила часов, то есть резьбовой стержень первой страты приходит слева снизу, а корпус второй страты, аналогично правой руке, отходит сверху слева и идет по направлению вправо вниз. Итак, первая страта левая рука, вторая страта правая рука. Правило логотипа. Логотип SUV всегда должен быть обращен к наружу, то есть в сторону, противоположную кости. Итак, вы видите логотип второй страты, логотип третьей страты, логотип четвертой страты. Все они обращены к наружу от кости, то есть в сторону, противоположную кости. Таким образом, корректно собран аппарат, установлен согласно правилу часов и правилу логотипа.